Просто жопа в трусах. А утром... Блять, ничего. А перед просмотром нового влога хочу вам посоветовать канал парня, который еще молодой, а уже начал снимать влоги. Влоги довольно-таки интересные, особенно для молодой аудитории. У тебя такой голове. Шняга, шняжная. Парень старается, нужно ему помочь набрать новую аудиторию. Всем привет, сегодня 7 число. Извиняюсь, что не снимаю влоги, так как каждый день праздники нужно отмечать с семьей, с друзьями, и нету времени просто снимать это все. Ну и как-то не хочется тревожить родственников вот это съемками, да и друзей. Сегодня тоже сижу дома, а еще и с 8 числа закрывают все заведения, потому что у нас локдаун, карантин опять, и даже в селе все заведения будут закрыты. Не знаю, что буду делать. Но в город тоже нету смысла ехать, потому что в городе просто буду сидеть в квартире, а здесь хотя бы можно там друг к другу пойти с друзьями и все. Какой-то замкнутый круг. Сейчас будем с родственниками жарить шашлык, так сказать, семейная атмосфера. А еще я вышел на огород это все рассказывать, потому что не хочу, чтобы вы меня слушали. Пришлось выйти вот и стоять посреди огорода, рассказывать. Ну такие вот махинации. А лозинки не хочешь получить, а? Залазь. Давай. И не бурчи, как баба базарная. Лозина у меня есть. Вот так, молодец. Молодец. Чилос, на место. На место. Давай. Быстро. На место. Чилос, на место. Давай. Оп. Вот так вот надо решать дела. Начался дождь, нужно спасать шашлык. Сегодня я решил спать в другой хате, так как в старой хате, в которой живет бабушка и дед, ну и в основном я там сплю, там очень тепло, но есть один минус. Это не послушать музыку, не пошуметь. В общем, почти ничего не сделать, потому что не хочется будить и тревожить дедушку и бабушку. Поэтому я решил сегодня переночевать во втором доме, в котором можно что хочешь делать. Орать, слушать музыку, включать свет. Но здесь есть другая проблема. Здесь очень холодно. Ну, пока мне как-то не холодно, потому что я сегодня перед тем, как прийти домой, выпил немного вина, и мне сейчас нормально. А утром я представляю, как будет холодно. Я обычно просыпаюсь в 1:00, в 12:00, но сегодня, я думаю, я проснусь явно раньше, потому что будет холодно. А подушка, я ее только нагрел, а она уже холодная. Но зато под одеялами очень тепло. А завтра еще карантин, и я вообще ебанусь. Надеюсь, что фейерверк, который мы должны были еще взорвать на Новый год, скрасит мои грустные будни. А то я фейерверк в этом году видел только сдалека, потому что мы праздновали Новый год на улице, где-то в ебенях просто забрели непонятно куда какие-то дебри. И салюты вообще не было видно. Хоть сейчас посмотрю. Я уже такой мохнатый, как Маугли. Все парикмахерские работают только по записи, а я даже без записи редко туда хожу. Поэтому, как обычно, решение проблемы — это лучше постричься дома.
Итак, наконец-то свершилось. Я подключил монетизацию. Но дело осталось за малым. Сегодня набралось этих сраных 4000 часов. Вы не представляете, как их было сложно набрать, потому что раньше в Ютубе такого не было. Я когда снимал видео 5 лет назад, там были требования только 1000 подписчиков. Сейчас же нужно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Я их набирал, чтобы вы понимали, где-то месяцев 10 получается. И вот сегодня настал тот долгожданный день. Я понимаю, что я буду получать копейки, но все же это приятный бонус, как-никак. Немного, но приятно, знаете, когда получаешь хоть что-то. Но тут же еще один трабл получается. Для того, чтобы подключить счет и скидывать деньги на карточку, нужно еще подождать 2 месяца, пока придет письмо с Америки. Там будет пин-код. Этот пин-код нужно ввести в Ютубе. И уже потом я смогу получать деньги на карточку. Ну, в принципе, за 2 месяца, я думаю, ничего особо не поменяется. Там все равно будут идти копейки. И еще и вывод минимальный $100. А раньше было, там можно было хоть доллар снять. Да, YouTube меняется очень сильно. Даже картинки, которые там типа засветилась где-то жопа, все. Сразу же нарушение, удаляет картинку, при том, что это не обнаженная картинка, просто жопа в трусах. Это же не жопа без трусов, это жопа в трусах. Блять, о чем я говорю? Ну, так и есть, что. Я очень удивлен, потому что вот этот шаг второй, где нужно связать аккаунт AdSense, он у меня буквально за 7 часов верифицировался. Хотя я смотрю видео других людей, говорят, что минимум день должен пройти, и тогда там проверяют. А у меня за 7 часов все быстренько сделали. Осталось только подождать, пока рассмотрят эту заявку и подтвердят, что мой канал подходит для того, чтобы монетизировать видео. И наконец-то, блять. Наконец-то буду получать по $1 в месяц. А еще у меня такая есть затея. Сниму вам отдельный ролик, сколько я получил за месяц на своем канале. Потому что почти каждый второй у меня спрашивает: а сколько ты зарабатываешь? А сколько денег? Блять, ничего. И вот когда начну зарабатывать, я не буду скрывать, потому что все равно там копейки. Да даже если и не копейки, смысл скрывать? Ну зарабатываю, ну и что? Что в этом такого? Я не понимаю смысл скрывать свой заработок. И на рекламе я зарабатываю вообще, ну вот за год я первый раз делал рекламу. За 10 месяцев, вы понимаете? У меня много кто хотел заказать рекламу, но у меня не было русского кошелька. Я сделал Kiwi кошелек, и там тоже было много проблем. И теперь я продаю рекламу. Но если вы хотите, чтобы я хуйню рекламировал, можете даже мне не писать. Кстати, сейчас по вечерам смотрю ХБ, сериал Харламов Батрутдинов называется. Очень смешной, советую всем посмотреть. Кто не видел, я думаю, вам зайдет. Особенно те, кто любят комедии. Это вообще офигенно. Да и вообще, Харламов и Батрутдинов, я считаю, лучшие комики в СНГ у нас. Ночую сегодня у другой бабушки, а у нее в хате вообще постоянно холодно. Топится, не топится. Постоянно в любом случае холодно, потому что хата большая. И я не знаю, то ли от пола тянет, то ли из окон, хотя окна не старые, не знаю. Очень холодно. Поэтому что нужно делать? Одни носки есть, вторые. И самое главное сейчас. Это мой любимый гламурный халатик. Обожаю его, хоть он и бабушки. Так, нужно подготовить кровать к монтажу. Но в ноги уже точно холодно не будет. Все, уютная атмосферка, теперь можно и монтировать. А раньше здесь я всегда спал, когда был мелкий. Всем спасибо за просмотр, и кстати, кто больше всего напишет комментариев под этим влогом, тому передам в следующем видео привет. Погнали!